День добрый всем. Тут я опять пропадаю. Как говорится, не выхожу в эфир, а разведка требует. В общем так, я тут как же в делах завяз. Какие-то дела навалились ниоткуда, из ниоткуда. И вот я с ними тут разгребаюсь, то есть так прям поэтапно. На каждый день делаю список и, в общем, понятное дело. Многие, наверное, знакомы с такими заботами. Виктор, для вас отдельно у меня будет вопрос, даже пару вопросов по поводу бритв. Это я вам электронную почту напишу. Тут освещать не буду это дело. Дальше. Что я сейчас на данный момент тут... Над чем работаю? То есть бритвки, так, они готовые лежат, заточенные. Делаю шкатулки. Это вот к этой. Хотел усложнить все. Конечно, усложнить. Хотел как? Сюда врезать черный флаг. Пиратские кости. Вот. Но как-то что-то в настроении все это не попадает. Который день прихожу, и все никак. Поэтому остановился на простом варианте. Так, где вперед, где зад у нас? Наоборот. Магниты ставить не стал, мне что-то не очень. Они как-то грязь только разводят. Больше ничего. Тут сечку такую сделал. То есть в тему. Это яблоня. Здесь еще, видите, даже не тронуто. Донышко. Вот так вот. Под кость. Ну, тут все еще будет заполировываться, конечно. Тут заглаживаться. Тут выравниваться. Лаком покрываться, в общем, так еще вот. В общем, упростил себе заботу. Реально, вот нет настроения. Знаю, что лучше не браться, потому что ничего не получится путного. Вот. А на то, что есть настроение, то и делаю. Это вот ящерка. Все кругом, сечка, все серебром. Вот такая вот зеленоглазка у нас получается. Не помню, какую бритву. У меня там сделана фотка изначально, когда еще все было заготовкой, чтобы потом бритву подобрать под шкатулки. То есть не подобрать, а они, то есть они уже распределены заранее. Ну, сейчас я уже просто не вспомню, поэтому буду ориентироваться по фото. Это все американский орех. Только там вот яблоня. Это американский орех. Вот как-то так. Следующие шкатулы. Может, как-то упрощен, когда все выглядит. Эта сечка серебряная. Но я их все рисую от руки. То есть, честно сказать, вот это вот я придумал сам рисунок. Просто дома сидел и так вот карандашом нарисовал. Это то же самое. Причем даже не дома, а прямо тут на шкатулке карандашом. С двух раз она у меня как-то более-менее что-то получилось. Я еще тут подумал, такие какие-то ягодки сделать такие. То есть еще украсить. Но, опять же, вот настроения хватает только вот на это. На более чего-то такое. Ну, нет что-то, нет такого. Не в ударе. Вот. Значительно больше она, конечно, вот этой. Ну, подарок, есть подарок. Большому человеку большой подарок. Это перо тоже от руки рисовал, но срисовывал с картинки. То есть, картинку в интернете нашел, распечатал на бумажку. Потом просто беру карандашом, рядом ложу картину. Картинку, в смысле, и с нее срисовываю. Вот, и мне тут один художник научил, говорит... Лучше нету того света, как говорится, когда сам рисуешь. Потому что через сводилку то промазал, по месту не попал, то размер не угадал. А от руки нарисуешь. Хотя я не художник, в общем-то. Не являюсь таковым. Вот. Что еще хотел сказать? Да. Скидки закончились, у меня там денежки на них.
30%. Ну и как будто да ладно. В общем, я смотрю на все вот это происходящее. То есть, а точнее на продажи. Они есть, они настолько редкие, настолько, давайте не буду усложнять, просто они редкие. И у меня просто нет столько средств, чтобы еще опять вкладывать, опять в бритвы, опять что-то делать, хотя желание огромное. Поэтому мною было принято такое решение, что вот доделываю вот этот, эти вот четыре варианта, выкладываю на сайт и ухожу в другое место. Не знаю, как это назвать, там работать, подрабатывать ли. Вот, ухожу к ножевщикам. Они давно меня уже зовут, потому что у них ножи, сделанные мной, очень быстро, хорошо уходят, то есть разбегаются. Вот. Поэтому ничего скрывать не буду, говорю как есть. Ухожу на ножи. Там еще у меня тут некоторые тут варианты есть, даже кроме ножей. Вот так буду, как говорится, как неприкаянный, где-то там мельтешить. А так все, в принципе. Да, я все сказал. Все показал, что на сегодня у меня делается, сделано. Поэтому новости на этом можно считать законченными. Все, спасибо за внимание. До свидания.